Всем привет! Вы на канале Мисс Лайфхак. Сегодня я вам расскажу, где я была. Вам уже интересно знать? Так как я живу в Германии, у нас есть конфетный карнавал. Там кидают конфеты и детки их собирают. Это вы увидите в следующем видео. Теперь вы знаете об этом празднике. Вот посмотрите, сколько я конфет собрала. Мне мама даже чуть-чуть помогла. Теперь я вам расскажу о конфетах. Вот это попкорн в пакетиках. Потом такие вафельки с шоколадом. Сосательные конфеты. У меня много сосательных конфет. Вот такая есть. Они всякие. Вот такие сосательные. Чупа-чупсы есть. Потом шоколадки. Чипсы. Маршмеллоу такие. Потом есть у нас такие вот конфетки. Потом... Так, я тут какую-то еще конфету вам хотела. А вот, это как виноградный сахар это. Там такие конфетки это. Так, потом у нас карамельные конфеты есть. Такие шоколадки всякие, малам. Это такие тоже как маламки, просто в других упаковках. Такие сосательные есть. На этом все, я прощаюсь с вами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!